Ох, как это мне сказали это. Ребята из Самарканда сказали мне. Это дыня. Написано типа из Челябинской области. Какие Челябинские? Какие там дыни могут быть? Я уверен, что из Самарканда. Жаль, конечно, что Джонсик уплыл в Париж, ребят. Сейчас бы с ним навернули дыньку бы. А сейчас вспомнили наши приключения. Что тут разрыли-то такое-то? Что такое-то? Ух ты, площадку какую-то нарыли. А, это стелу делать будут, говорил. Это знаешь что, да? Мэр города говорил, что будут делать красивую стелу с именами героев, чтобы не на деревьях вешать вот эти всякие имена, которые деревья-то откуда знают, что это дерево какое-то знаменитое. В общем, стало будет. В общем, тут у нас будет проспект этих почетных жителей нашего города. О! Так. В общем, сейчас это будем дыню кушать, ребята. Я всегда покупаю одну дыню за все лето. Одну дыню, то у меня это. Наша девушка, это вы, я понимаю, что вы корреспондент тут. Берете интервью тут дяди Вити, но вы... Я не шучу, я честное слово все говорю, всегда, и что за Джонс у меня это гостил шимпанзе, но я не шучу с вами, я серьезно вам все рассказываю. Какие шутки могут быть? Дядя Витя тем и отличается, дядя Витя, что он никогда не врет, блин. И это, кстати, не только слова и речи этого барона Мюнхгаузена, но и также этого дядя Витя. Никаких шуток. Блин. Все, заканчивайте ваше интервью, вашу желтую прессу, я знаю. Постоянно снимаете что-то. Вот для чего вы сейчас меня снимаете? Девушка. Вот как вас зовут сейчас? Вот скажите мне, как вас зовут, девушка? Вот. Сколько вам лет, блин? 25 лет. Меня мамка родила уже в 19. А вы замужем, девушка такая? Сколько у вас детишек? Нету еще? Да ух ты, красавица какая! Че ж ты замуж, что не выходишь? Блин? Давай подумай, о чем я тебе говорю. Подумай и заканчивай с этой желтой видеопрессой.